В республике проходит Ленский образовательный форум. В его рамках на площади Ленина организовали крупную выставку-фестиваль «Открытая школа «Горизонты» Якутии». Собрались представители 170 школ и детсадов. Участники показали и рассказали о своих знаниях и открытиях в бизнес-образовании, презентовали работы детских технопарков. Особое внимание посетители и специалисты обратили на демонстрацию технических работ. Это аэрокосмическая инженерия, робототехника и 3D-моделирование. Выставку оценили представители Федерального министерства образования и науки. Я увидела много очень робототехники. И это очень важно, потому что мы развиваем любовь детей к инженерным профессиям, к тому, чтобы они умели руками что-то делать. Я вижу, что очень серьезно развивается аграрное направление. Обеспечение продовольственной безопасности сегодня является стратегическим приоритетом России. Мы должны сами уметь прокормить свое население, обеспечить здоровым питанием, чтобы мы были здоровым населением, и наши дети были здоровы. Я увидела очень много различных моделей образовательных, управленческих и коммуникационных. Это все очень важная вещь.